Хотел давно снять видео, сейчас в магазине. Покажу один прикол, который мне почему-то вот не выходит из головы. Пошли. То есть смотри, обычные насадки. Чтобы ты понимал, это какой-то голимый Китай. И стоимость у него 20 евро. Опять какой-то без рода, без племени Китай. Стоимость 20 евро. А теперь прикол, смотри. А Bosch брендовый, Чирик. Как получилось так, что Китай в два раза дороже, чем аналогичные продукты брендовых марок. Еще есть одна офигенная фишка, это, например, инструменты. Я начал обращать внимание, то есть когда начался весь этот кипиш со всеми этими проблемами, которые у нас сейчас есть, ну, везде в мире, в теории все вот это должно было быть в разы дороже. Это всегда стоило дороже. Почему? У нас в Латвии вот эти вещи стали фактически в два раза дешевле. Я нифига этого понять не мог. Почему? Вот смотри, мы возьмем, например, простой перфик. Его цена 200 евро, как вариант. Что там выбираешь, перфоратор? Здорово. Привет. Ну да, перфоратор. Вот перфоратор 200 евро, вот вопрос. Че так дорого? Ну, они все такие, смотри. Ты даже самый Ну... дешевый вариант что-то выбрал. Но это самый ходовой, Да. самый ходовой. Ладно, если тебе этот вариант интересует, я тебе могу показать выгодный вариант. Ну, хорошо, покажи. Окей. Согласен? Согласен. Ну, пойдем. А идти куда-то надо? Погнали. Да. У нас все выгодное, ну, в акции, зона. А, типа есть что-то еще даже дешевле, чем он? Он будет... Тин-тин-тин, да, это перфик. Смотри. Давай. Раз. Вот твой перфоратор. Ну, согласен. Но здесь он с батареей. А, там без батарейки он Да. 200, а здесь он... Сколько с батарейкой он здесь? Здесь 299, но это не только перфоратор. Шуруповерт. Так. Теперь для шуруповерта насадки. Так. Даже зарядка. И все сколько стоит? Все стоит 299. Но самое главное, сумка для пива. Это вообще какая-то, блин, неслыханная акция. Да, это жесть какая-то. Подожди, реально, сколько батареек ампер? Сколько вот это и это? Так, перфоратор у нас 4-амперный. Серьезно? 4 ампера батарея? Одна батарейка столько? 80 евро стоит. Да, где-то так. И сколько тогда выйдет? Подожди, подожди, этот перф, условно говоря, он стоит 200, батарейка 80, батарея. Это 280, этот сотку, батарейка 60. Ну, комплект стоит где-то... Сумка 60, но это хренотень, ладно, двадцашка, пускай, ну, десятка, да? Будет, да. Так это вместе что, почти 500 евро набегает? Сумма 100 евриков 25. Нихера себе. А, ну я понял, это акция идет, короче, как да. Долго она будет идти? Пока товар, но товар как семечки летит. Согласен. Но это вообще очень вкусное предложение. Да. За 300 да. евро такой комплект. Посмотри. Все. Я поехал, короче, мне некогда с тобой тут разговаривать. Согласен, это у любого мастера фактически начался бизнес. Давай. За 300 евро. Я пошел. Это прикольная тема. То есть, кроме шуток... А, на, сейчас видно, увидел. То есть, грубо говоря, ты покупаешь эти деньги, ты платишь как за один перфоратор, а бонусом получаешь нифига себе акцию. Ладно, подытожу, для чего все это снимал. Фишка в том, что если мы посмотрим, например, в АБЦ, вот ко мне сейчас люди из Казахстана, Узбекистана обращаются, они спрашивают, как это купить. Если кому надо, я могу ссылку, телефон все-таки оставлю внизу, мало ли. Так вот, смотрите, склады вот этих брендов, они сейчас тупо переполнены. То есть эта машина раньше шла на Украину, большое потребление, на Россию большое потребление, а эти страны сейчас не потребляют этот продукт. И получается, что мы пользуемся тем... Всё, привет, я уже с халтурки. И получается тем, что у нас уникальная ситуация. Сейчас можно закупать эти инструменты, таких цен для них долго не будет потом. То есть любую цену, которую ты смотришь, она прям... Вот на X-Lox, посмотри, например, по соточке X-Lox-овские болгарки. Ну это же прикол. 116 евро, нормально? Комплект дисков. 10 евро из 10 штук, и все это оригинально. Хоть какой-то бонус есть от этой ситуации, то что вот нам в Латвии грех жаловаться строителям на качественные дешевые инструменты. То есть вот ко мне парень из Казахстана обращался, просил, чтобы я ему все это купил.
Я говорю, для чего тебе в Казахстан из Латвии все это нужно? Он наш ответил, вот сколько тебе шуруповерт служит? У тебя настройки, когда ты 24 на 7 пашешь? Я говорю, ну не знаю, ну больше 2 лет, ну 3 года. Он говорит, у нас максимум 4 месяца. Хотя тот же самый Bosch, тот же самый шуруповерт, тот же самый, даже если Китай, но качество совершенно другое для Европы и для Китая. Вот такая фишка.